В многостороннем автомобильном пункте пропуска Джанкой на выезде из России была задержана гражданка Украины 1965 года рождения. При прохождении пограничного контроля женщина в свой паспорт вложила купюру номиналом в 2000 рублей. Потом обосновала это тем, что хотела задобрить пограничников, чтобы те простили ей нарушение установленного срока временного пребывания на российской территории. Еще один случай произошел несколькими днями ранее. Зарубежная гостья из соседнего государства предъявила поддельную миграционную карту, определила нарушение спецоборудования. После разъяснительной беседы обе иностранки переданы в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств совершенных правонарушений и принятия соответствующего правового решения, сообщается в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.